Добрый день, меня зовут Алютин Дмитрий Владимирович. Я являюсь руководителем авиамодельного направления станции юных техников города Уфы. Здесь я представляю нашего участника Зинатуллина Карима, который участвует в компетенции, называется компетенция эксплуатации беспилотных авиационных систем. У них проходят конкурсы различные. Конкурсы очень сложные, уровень российский. Здесь очень много современного оборудования. Мы стараемся, надеемся на самые хорошие результаты. Конкуренция здесь очень сильная. Здесь нету слабых участников от слова совсем. Сегодня у нас модуль называется он «Рой». У нас несколько дронов должны в автоматическом режиме без участия пилота взлететь и выполнить фигуры на полетной площадке. Вчера у нас была компетенция по переноске грузов. В нашей компетенции используются различные беспилотные летающие аппараты. Это и дроны, и авиационная техника, беспилотные летающие самолеты. Вот. Но в рамках данной площадки мы работаем с дронами, которые могут программироваться, управляться и летать в автономном режиме, самостоятельно выполнять различные задачи. Для подготовки участника требуется минимум год, а то и два работы, а для того, чтобы попасть на уровень России, необходимо 3-4 года, чтобы соответствовать всем требованиям, чтобы специалист действительно был молодым профессионалом. Я Шерифуллин Венер Тагирович, нахожусь на 9-м национальном чемпионате WorldSkills. Здесь я в качестве эксперта-компатриота. Компетенция здесь столярное дело очень сложное, изготовление столярного изделия – это русский стул. Он состоит из трех модулей. Первый модуль – это отделка шлифования. Второй модуль – формирование шиповых соединений. И третий модуль – отделка.